Демон, как и все вокруг, ничего не починить. Он сейчас тут все разворотит! Берегись! Починка занятий пустое и тщетное! Разрушение наш естественный удел! Он теперь что, крушило? Я вижу, ты так же сломан! Ты должен принять это как данность! Он говорит обо мне? Из-за твоей руки? Не слушай его, ведро! Если ты сломан, то я тоже. А по мне так мы круты. У тебя есть идеи? А то мне трудновато соображать, когда за мной гонится огромный робот-убийца! Я как раз думаю. Прекрасно! Латать значит просвещать! Но я не заслуживаю просвещения! Я лишён мудрости! Мудрость? У меня есть идея! Я слушаю! Я сломан! Я не могу чинить! И меня не починить! Не падай! Ой-ой! Да хватит уже разваливаться, пожалуйста! Нет! Я починен. Что ты делаешь? Импровизирую. Пусть я выгляжу иначе, но ты помог мне осознать, что я все еще Кланг. Я искренне рад. Когда вулларды попросили меня защитить их, я вдруг увидел множество сломанных вещей. Их так много. И это тебя потрясло. Но суметь починить другого, понять, что не все потеряно. Как мне вас отблагодарить? Починишь это? Спасибо. Вы подарили старому роботу-великану надежду. Это я должен вас благодарить.